Всем привет, друзья, с вами Руди, канал Кексович. И давайте с вами получим несколько бесплатных вещей в наш Roblox инвентарь. На самом деле их не сильно сложно получать, ну а есть те, которые сложновато. Это лимитированные вещи, но они очень классные. И одни из них это волосы. Получать их будем в этом плейсе. Тут уже получали несколько вещей, это нам знакомый плейс. Вот такие вот волосы сейчас у нас доступны. Посмотрите, классные какие. Всего 4000 выпустили. Но осталось в наличии 3257 и разбираю достаточно медленно. Вот такая прическа тоже скоро выйдет в этом плейсе, тоже интересная. А также вот такая вот, посмотрите, какая прикольная. Давайте зайдем в этот плейс и подойдем вот сюда. Посмотрите, вот тут у нас эта прическа. Давайте нажмем попробуй. И вот тут можете ее приметить. Она очень миленько смотрится и достойная, я думаю. Давайте откроем значок UGC. И здесь написано, чтобы ее получить, нам нужно набрать 15 тысяч очков. И написано, сколько осталось в наличии. Также скоро у нас будет вот эта черная прическа и вот эта светленькая. Ну что же, давайте я расскажу, как получать. Первый способ, давайте пойдем туда, куда как раз таки ведет меня сейчас стрелочка. Давайте подойдем к этой тете, и она сказала, что мы должны забрать роликовые коньки, чтобы разблокировать эту область. Все, я нажимаю на эти коньки, становлюсь. Все, разблокировала я эту область, захожу сюда, начинаю кататься, и смотрите, наверху мои очки растут. Можно просто стоять АФК и ничего не делать, и зарабатывать эти очки. Но согласитесь, этот способ очень медленно, нам же нужно собрать 15 тысяч очков. Я не знаю, сколько нужно простоять это. Поэтому давайте откроем телепорт, и я покажу вам еще один способ. И нажмем вот эту зеленую кнопку башня Moonstar. Давайте зайдем сюда. И здесь будет одно задание, которое мне больше всего нравится. Я вам его сейчас покажу. Можно, конечно, и сюда зайти, но я покажу вот это здесь, потому что проще и интереснее. Нажимаю сюда. И здесь такая мини-игра. Мы не должны позволить монстрам выйти из их могил. Становимся, нажимаем играть и играем. Просто смотрим, как из могил вылазят всякие зомбаки. Но мы вот так вот топчем их и не даем им вылезти из этих самых могил. Опачки, и стоять на место. Используем всякую суперсилу, которая внизу на значки. И вот столько очков я получила за эту мини-игру. Но, друзья, все-таки мне больше нравится самый, наверное, быстрый способ. Давайте нажмем на телепорт и нажмем на Северный полюс. Оказались здесь. И здесь у нас задание, которое мы уже как-то с вами проходили. Мы собирали сумочки, и за это нам давали очки. Мы сюда подходим, нажимаем на тетеньку, она нам рассказывает, что делать. Садимся на сани и получаем сумочки. Короче, просто играть. Нажимаем, садимся на сани и поехали собирать вот эти самые сумочки. Аккуратнее, может быть, скользко. На пути нам встречаются различные препятствия, но, в принципе, это не сложно. И когда вы проходите гонку, вам дают очки. Мне дали 350 очков, и можно продолжить дальше, а можно нажать выйти. Итого у меня 728 очков. Ну что, желаю всем удачи прохождения этого ивента. Ссылки на волосы оставлю, чтобы вы примерили их. Актив в игре небольшой, поэтому шансы получить эти волосы точно есть. Следующая лимитка, про которую я хочу рассказать, это Астральное Вознесение. Это такой шикарный меч, посмотрите, он нереально смотрится. Всего 2500 копий выпустили, и чтобы его получить, нужно крутить колесо фортуны в этом плейсе. Что нам нужно сделать? Нам нужно нажать на значок спиннер и нажать спин. Но у меня тут наверху написано, что у меня спин 0. Спины нам дают каждую минуту. Посмотрите, вот идет отчет. Сейчас мне дадут второй спин. И я снова смогу нажать на эту кнопку. Так что можете пока постоять АФК, отдохнуть. А потом, когда насобираются спины, нажимать на кнопочку. Вот так вот я нажимаю. Ничего не получаю, как обычно. Очень сложно, конечно, получить. Вероятность получения маленькая. Но если кто хочет потратить свое время, то, пожалуйста, заходите сюда и получайте этот меч. Кстати, тут пишет, что если вы вступите в их группу, то вам плюс один к удаче. Ну, не знаю. Вот эта группа, если еще не вступили, то нажмете на кнопочку Join Group. Если вы вдруг получите этот меч, то обязательно пишите в комментах, мне очень интересно. Следующий ивент, про который я хочу сказать, конечно же, Walmart. У нас тут выйдут скоро новые бесплатные вещи, они, конечно, классные, но сразу хочу напомнить, что этот плейс открыт только для 13+ аккаунта. Если вам меньше 13 лет в вашем аккаунте, то вы не сможете зайти в этот плейс. Итак, вот такая шляпа скоро у нас появится. Будет 11 тысяч копий. Вот такая рубашка появится скоро. Прикольненькая, кстати, будет тоже 11 тысяч копий. И такие волосы тоже скоро появятся, друзья, будет 6 тысяч копий. Но получать их, я думаю, через коды будем. А коды нужно брать в их дискорд-канале. Если у вас есть дискорд, то я оставлю ссылку на их канал. Сюда зайдете во вкладку коды, и они тут об этом пишут, через сколько они начнут кидать эти самые коды. И потом, если у вас тут есть верификация в этом дискорде, они вам дают какой-нибудь код. Просто я не успею вам сообщить эти коды на своем канале на YouTube, потому что вещи по кодам здесь очень быстро разбирают. Ну что, уже быть в игре, когда они будут давать коды, и потом нажать вот на эту кнопочку с кодами, и сюда ввести тот код, который они дадут. Слишком много слова код. Давайте посмотрим, что шляпа выйдет у нас 23 марта. Это получается, она выйдет в 12 часов ночи по московскому времени. Это получается с 23 по 24 марта.
в 12:00 ночи. А вот эта блузка выйдет 30 марта в это же время. Ну, а когда и во сколько выйдут эти волосы, нам, конечно же, скажут в самом Дискорде, где будут раздавать эти коды. А вообще, друзья, я зашла посмотреть и узнать, как получить эти вещи, которые скоро выйдут, а тут не написано новейшие. Потому что еще не разобрали вот эти вещи. Друзья, я просто в шоке. Эти волосы такие прикольные, яркие. Их осталось 3372. Их получать очень просто. Я уже показывала, рассказывала, как их получать. Главное найти сервер с маленьким количеством людей. Также такой рюкзак 7000 осталось. Тоже я про него снимала уже. И вот эти сетки тоже, которые сетки вообще очень быстро получать. Что не получаем? Получайте. Ребят, я бы хотела вам показать эту лимитку. Хрустальная коса. Она такая классная, посмотрите. Всего 20 тысяч копий. И это очень круто на самом деле. Это очень много копий для такой лимитки, я считаю. Давайте я расскажу, как ее получить. Получать, конечно, будет не так просто. Смотрите, короче, вот в этом ивенте. Кстати, здесь мы будем получать бейдж. Я, наверное, завтра про него сниму. Сюда заходите, выбираете себе персонажа. Вот, и чтобы получить эту косу, давайте нажмем на этот значок бесплатный UGC. И здесь написано, что мы должны играть 3000 минуты. А это у нас 50 часов. А это у нас 2 дня и еще 2 часа. А вот здесь написано, сколько минут я уже тут простояла, друзья. Ну и потом нажмете кнопочку Claim. Вы, в принципе, можете стоять в АФК, если не хотите играть в эту игру. Но если вам скучно, то можете нажать «Играть», выбрать себе карту и поиграть в разные испытания. Тем более, что у нас тут будет бейдж, но я про него сниму завтра. Но тут тоже будет несложно, по-моему, вот это надо сыграть 2 раза. Конечно, если вы выйдете из этой игры, то прогресс сохраняется, да, вот эти минуты. Итак, друзья, у нас вышло несколько дней назад вот такое яичко лимитированное в виде печенья с шоколадной крошкой. У нас было 100 тысяч копий. Забрали 79 тысяч, но разбираю достаточно медленно. Осталось, получается, 20 тысяч. И на самом деле задание интересное. Давайте за Зайдем в этот плейс и покажу. Ну что ж, мы оказались в лобби, и давайте зайдем вот сюда, нажмем кнопочку «Играть». И это у нас такая будет битва, как Tower Defense. Кстати, мы здесь тоже можем щелкать по вот этим печенюшкам, которыми мы будем сражаться. Но, конечно же, мы будем ставить наших воинов. Наших воинов вот тут берем, ставим их. И, конечно же, на них нажимаем, чтобы потом за печеньки заработанные их прокачивать. Заработанные печеньки показываются вот в левом нижнем углу. Обязательно нужно всех прокачать. Каждый герой разный. Какие-то дают больше урон, да, например, вот этот чувачок. Шеф, он дает больше урона, но маленький диапазон у него. Также есть 2 таких компьютера очень хорошие. Хорошие, сильные. Котик, по-моему, задерживает врага нашего. Что нам здесь нужно сделать? Нам здесь нужно, друзья, выдержать 25 волн. 25 волн этого нападения. Надо сказать, что 24 волны будут очень простыми. Главное, постоянно расставлять своих бойцов и прокачивать их. Но потом, в конце, это будет 25-я волна, у нас выйдет босс. Выйдет босс яичко. И вот тогда начнется самый трэш. Это будет очень сложно его победить. Вам нужно придумать, наверное, какую-то тактику, потому что он может, кстати, пойти вот по этой дороге, либо по этой дорожке. И нужно будет постоянно переставлять своих бойцов. Конечно же, нам придется их задействовать всех, и даже придется потом еще их переставлять постоянно, потому что нам не хватит этого. Ну и, конечно, мы тоже будем щелкать по этому яичку. Ну что, сейчас будет 25-я волна, и я уже жду этого босса страшного. Ну что же, вот выходит наше замечательное яичко. Мы тоже на него нажимаем, чтобы помочь ему сломаться. Все, я беру вот этих чуваков своих, смотрите, продаю. И сейчас жду, куда пойдет это яичко. Ага, оно идет сюда, друзья. Все, она идет сюда, я ставлю сюда своих красавцев и сразу прокачиваю их. Еще беру тут, продаю этих... Все, мы убили его, друзья. Отлично. Короче, можете придерживаться той тактики, которую я, но я думаю, что у вас все получится. Так, давайте теперь вернемся в лобби, чтобы получить это яичко. Вернулись в лобби, а теперь давайте нажмем на зеленую кнопку «Претендовать». Все, нажимаю. И это яйцо лимитированное в моем инвентаре. Что ж, друзья, это было на самом деле интересно. Наверное, я потратила на это минут 40, хотя могла бы и меньше, потому что у меня не с первого раза получилось убить это яйцо. А я желаю вам удачи, я думаю, что у вас все получится. Копий еще много. Ну а с вами была Руди, канал Кексович. Всем пока-пока!